то, что я стала визажистом, на самом деле имеет корни даже в том, что я была когда-то фотомоделью. Но это работа мечты, я бы так сказала. Это работа, на которой ты практически никогда не устаешь, и тебе за это еще и платят деньги. И когда ты вдруг ей скажешь, что ты делаешь все не так, что надо по-другому, это будет шок. Девушки, когда приходят на лифтинг-макияж, некоторые, да, которые первый раз, они действительно думают, что у нас какие-то суперсредства есть, что она сейчас там все подтянется. На самом деле нет. Яркая помада, красная помада, да, то есть опять же на пике популярности можно темную помаду, там, темно-бордовую даже взять. Сначала нужно накопить денег, как бы не банально это звучало, потому что наша профессия первые несколько лет эти деньги то отбирает.